же тяжелый. Давай я тебе помогу. Нет уж, я сама справлюсь. Нет, я его вытащу. Дай мой чемодан. Я так понимаю, ты дочка новой жены моего отца? Ага, я смотрю, ты прям капитан очевидность. Доченька, Зак, я смотрю, вы уже познакомились. Что за бардак? Это так ты помогаешь своей новой сестре достать вещи? А я говорил, лучше бы это сделала прислуга. Тина, рад тебя видеть в своем шикарном особняке. Это невзаимно. Тина, не смей так разговаривать с моим мужем. Он уважаемый миллионер вообще-то. Ну конечно, что ты еще можешь сказать? Повелась на бабки. Да уж. Тина, прекращай. Нет, ты меня увезла за 1000 километров от моих друзей. Я тебе этого никогда не прощу. Спокойно. Может, она просто устала с дороги и хочет кушать. Доченька, ты проголодалась? Никакая я тебе не доченька. И да, я проголодалась. Стой, давай я тебе кухню покажу. Не надо за мной идти, я сама найду. Ладно, ладно. О, да. Спасибо, папа. Ну и сестренка. Ребят, а вы как думаете, мы поладим с Тиной? Пишите в комментариях. Нейт, прости за ее поведение. Да ладно тебе, ей просто нужно время. Надеюсь, в этом доме есть еда, раз он такой богатый. Да хватит орать! Ты что здесь делаешь? Что я делаю у себя дома? Интересный вопрос. Тебя что, приставили следить за мной? А если да, то что? Ну так, и что ты тут ищешь? Сэндвич. Сэндвич? Это что-то на бедном. Ну извините, я не знала, что богатые не едят. Едим, только не такой шлак. Вон у нас суши есть, омары, где-то еще устрицы были. Или в вашей деревне таким не кормят? Зато в нашей деревне нет таких придурочных мажоров, как ты. Иди, иди! Тебе явно лечиться надо, а не есть. Психопатка. Какой же он напыщенный, самовлюбленный павлин! Тина, мы как раз тебя искали. Зачем? Чтобы дать мне нормальной еды? Ну ты специально выводишь всех из себя! Девочки, ну не ссорьтесь. Все равно мы через час пойдем на ужин, а там уже еда нормальная будет. И пообщаемся. Это обязательно? Да, обязательно! Иди пока собирайся, а я покажу Тине ее новую комнату и сюрприз от нас. Хорошо, Нет. А ты веди себя прилично. Да-да, конечно. Нам сюда. Добро пожаловать в твою новую комнату. Я сказал прислуге здесь все для тебя подготовить. Ну да, прислуга, конечно. А это маленький сюрприз от нас с мамой. Новенький планшет. Вау, планшет! Мне не нужны ваши подачки. И что ты теперь скажешь? Да как ты себя ведешь? Такой реакции ты ожидала? Ну, да, примерно. Тебе не удастся испортить наши с Китти отношения. Хоть весь дом разгроми. Пойду позову горничную, пускай уберет. Офигеть! А вот и разгромлю! Может, хоть тогда мы вернемся домой? Ну, наконец-то. Здесь у меня точно получится быть одной. Блин, я не хочу быть одной. Наберу Кэсси. Привет, Тина. Привет. Я так соскучилась. Соскучилась? По бедной, скучной жизни? Ты не поверишь, но да. Реально не верю. Ну что, как там твоя богатая новая жизнь? Это трэш. Прикинь, у них в холодильнике даже нет сэндвича. Рил? Я взял нам сэндвичи. Это что, Майк? Я с Тиной разговариваю. А, прости, не знал. Ау, Кэсси, ты что, с Майком сейчас? Да нет, да что бы я делала с Майком? Он же твой парень, а не мой. Но я ведь слышу его голос. А что-то со связью. А, Тина, Тина, я тебя не слышу. Все, давай, пока, мне нужно идти. Пока, Кэсси. Странно это все. Тина, ты тут? Да-да, я здесь. Что надо? Почему ты еще не собрана? Куда?
Как куда? Мы же говорили, что поедем на ужин. Ну, значит, я не поеду. Поедешь? Это не обсуждается. У меня что, в этом доме вообще нет права голоса? Нет. Мы с Нейтом поедем. А ты когда соберешься, спускайся. Тебя Зак отвезет. Я с ним ехать не буду. Будешь. У тебя в комнате в шкафу куча новых платьев. Выбирай любое. До встречи в ресторане. Ага, до встречи. Где эта улитка? Жду еще минуту, еду без тебя, сестренка. Да, иду я, иду, братец. Что, нравится? Да, платье красивое, даже тебе идет. Эй, ты чего делаешь? Это тебе, на память, чтобы не забывал. Ага, тебя забудешь. И как ты только вывозишь все эти понты? Какие еще понты? Ну вот эти все рестораны, брюлики, платья. Сегодня ведь просто вторник. Или у миллионеров всегда праздник? Ты понятия не имеешь, сколько мой отец работал, чтобы достичь этого всего. Вау, ты знаешь слово «работать»? Прикинь. О, как это мило. Отвали. Как тебя вообще терпят? Мама, наверное, тебя очень любит, раз тебе все прощает. Да что ты вообще знаешь о материнской любви? Выходи из машины. Что? Выходи из машины, я сказал. Никуда я не пойду. Проваливай. Ты не можешь так со мной поступить. Могу, могу. И что ты родителям скажешь? Вот и козёл! Да, в этой глуши даже такси не смогу вызвать. Стой! Стой! Ну да, конечно, и дальше. Зачем останавливаться? Оставь бедную девушку одну на дороге! Нет, какие-то проблемы? Как видишь, стою на дороге одна, брошенная одним придурком. А кто тебя бросил? Зак, пусть все знают его имя. А, Зак, так ты его сводная сестра? Типа того. Садись, подвезу, тебе куда? Ну вообще в ресторан на семейный ужин я с этим придурком за один стол не сяду. Так погнали со мной на вечеринку. Погнали. Приятно познакомиться. Мне тоже. Ну, как тебе наша вечеринка? У вас так весело. А он тут что делает? Кто? Зак? Ну да, он же должен быть на семейном ужине. Зак и ужин? Вот и я удивился, когда Тина сказала, что он поехал с семьей на ужин. Без Зака ни одной тусовки не проходит. Во-во, Зак у нас король вечеринок и самый популярный парень. Да уж. Опа, подождите меня тут. А ты что тут делаешь? Мамочка не будет переживать. Только хотела спросить то же самое. У меня есть причины. Целых две, я смотрю. А что такое? Хочешь быть на их месте? Еще чего, у меня есть парень. О, и где же он? Сейчас наберу. Привет, Майк. Привет, Тина. Слушай, я сейчас немного занят. Перезвоню попозже, окей? Стой, ну как же... Кажется, он не так сильно по тебе и скучает. Да все, он скучает, он просто занят. Ну-ну, увидимся, крошка. Никакая я тебе не крошка. Прости, нас отвлекли. Опять эта Тина? Ну да, так вот... Да выгни ты уже этот телефон. Ну не злись. Так что, на чем мы остановились? Эй, Тина, погнали веселиться! Да, ты сюда не киснуть пришла. Да, что-то настроения нет. А что случилось? Мой парень меня ни разу не набрал с тех пор, как я сюда приехала. Да и подруга что-то не отвечает. И ты думаешь, что они вместе? Да нет, что ты! Майк меня любит, а подруга никогда бы не предала. Ну ладно, тогда погнали веселиться! Эй,
рассматриваешь? Она симпатичная. Что? Какая новая девушка? Вы о чем? Это моя сводная сестра. Так вы же не родственники. Угу. Видно, что она тебе нравится. Что? Мне? Не несите чушь. Ева, так что ты решила? Ты будешь завтра на игре? Кстати, я Мия. Я Тина. Очень приятно, что за игра. Пойдем завтра вместе, сама все увидишь. Да тебе понравится. Наверное. Окей, погнали. Но это будет завтра, а сейчас веселимся! О, что это за место? Это подпольный карточный клуб. Никогда не слышала о таком. Это место для избранных. Ну да, чего же я еще ожидала? А что она тут делает? Эй, Зак, так что там у тебя по картам? По картам? У меня все хорошо. Зак сегодня кто-то совсем не собрал. Ясно все с ним. Карты на стол. Блин. Выигрыш мой. Блин. Еще партия. Ставлю все. Вау. 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 Это должно быть интересно. Очень. Что он делает? Он поставил все на свой выигрыш? Я смотрю, ты шаришь правила. Да я слышала их когда-то. Ну что ты теперь скажешь? Сливаешься? А ты? Ставлю все. Ну что, вскрываемся? Уверен? Более чем. Блин! Бинго! Выигрыш мой! Мерзавчик! Я все проиграл! Ты что тут делаешь? С хорошим девочкам в такие места не надо ходить. У тебя забыла спросить. И вообще лучше бы поблагодарил. Спасибо. Но больше так не делай. Слушай, а ты реально шаришь в этой теме? Ну, на будущее. Подсказывать нельзя. Если кто-то заметит, тебе... Я поставил все. Абсолютно все! Слышь, а ты видел, что та девка ему маяковала? Какая девка? Она ему подсказывала? Ну, я ей устрою. Слышь, ты! Воу, полегче! Не с тобой разговариваю. Я слушаю. Ты подсказывала Заку, я знаю это. И? Эй, отвали от Тины! Ты играл не по правилам. Чем докажешь? У меня есть свидетели. Кто? Твоя подружка Гвен? Да вам никто не поверит. Вы об этом пожалеете. Оба. Тина, я тебя предупреждал? Больше тут не появляйся. Ты мне не указ. Я за тебя переживаю. Идем отсюда. Отстань. Не делай резких движений, просто иди за мной. Да, Тина, тебе лучше уходить. Гарри непростой человек, ему дорогу лучше не переходить. Кстати, а мы вечером ждем вас на вечеринку. Что, опять? Да, победитель выставляется. Они обо всем пожалеют. А я Заку отнесу. Это друзья Тины. Эй. Привет. Привет. Ты зачем это сделал? Что? Откинул мою руку! Но они могли увидеть. Эй! Сколько можно скрываться, когда ты бросишь эту Тину? Я не собираюсь ее бросать. Что? А зачем тогда ты встречаешься со мной? Ну, потому что ты рядом. Ах ты! Тише, малышка.
ты мне нравишься, но я не собираюсь бросать Тину, тем более сейчас, когда она стала богатой. Ах так? Хорошо, хорошо. Ну ладно, давай, мне пора на тренировку. Эти шикарные мышцы сами себя не накачают. Угу, давай. Давай. А что если я покажу тебе шикарные мышцы? Ну что ж, очередная вечеринка в честь великого Зака. Да прям великого. Просто скромного победителя во всем. Ой-ой-ой. Ну что, отпразднуем наконец-то триумф Зака? Ну и заодно твой. Да уж, твой триумф может нам всем вылезти боком. Ау, я тебе помогла. Скажи, неблагодарный. Эй, Зак, ты идешь к нам? Иди, вон твои две причины быть здесь тебя ждут. А я и пойду. С катертью дорога. О, а ты что, ревнуешь? Еще чего. Ну-ну. Ты всегда таким был? Таким. Самовлюбленным и противным. Ну, он не такой уж и плохой. Я бы даже сказала, моментами хороший. Правда? О, подруга, да он тебе нравится. А вот и нет. Слушай. А до меня тут слушок дошел, что ты нашему другу Заку помогла с победой. Только не кричи. Сори, может расскажешь нам с Евой, откуда ты знаешь все тонкости карточных игр? Вы ведь никому не расскажете. Обижаешь. Короче, мой отец был игроком. Оу, и он тебя учил? Да, но я против всех этих игр. Мой отец проиграл все, что только можно было. Даже мои любимые детские игрушки. Сочувствую, подруга. Я тоже. Но знай, ты себя проявила очень круто. Ты молодец. Да, спасибо. Кэсси, а что ты здесь делаешь? Ну, я просто соскучилась. Так мы ж только виделись. Ну а что? Я не могу просто так подойти. Да нет, можешь. Так что ты хотела? Ну, хотела тебя поцеловать. Ну давай. Ладно, я побежала. И это все? Ну да, не отвлекаю. Пока-пока. Ну ладно, пока. А теперь посмотрим, как ты оправдаешься перед Тиной. Вечеринка! Что это значит? Что случилось? Моя подруга и парень, они целуются. Что? Да уж, а почему я не удивлена? Да как они могли со мной так поступить? Тина, стой! Я с ней поговорю. И вот козлы! Я им верила, они меня предали. Ну, Тиночка, тише. Но они не стоят ни одной твоей слезинки. А хочешь, мы найдем тебе нового парня? Не нужен мне этот парень. И этот тоже не нужен. Что-то происходит? Не думаю, что я должен это рассказывать. Ладно, сам спрошу. Тина, что случилось? Отвали, Зак! Тебя мне еще не хватало! Тина, стой! Тина, какого фига я должен за тобой бегать? Не знаю! Ты мне скажешь, что случилось? Нет! Тебя кто-то обидел? Да никто меня не обижал! Нет, отдай! Это твой парень? Да, моя лучшая подруга. Можешь уже начинать злорадствовать. Предательство любимых людей – это самое ужасное, что может быть. И ты что, даже не скажешь, а я же говорил? Нет, мне жаль. Мне правда жаль. Поцелуй меня. Что? Просто поцелуй. Я сделаю фото и отправлю им. Сделала фото? Не успела. Давай еще раз. Есть, спасибо. Такое фото ты хотела? Да, сейчас отправлю Кэсси, пускай знает с Майком, что я не страдаю. Ладно, я тогда пойду. Угу. Итак, Кэсси, я
понадобилось полчаса, чтобы найти себе нового парня. Отправить. Зак, очнись, что же ты делаешь? Она твоя сводная сестра! Эй, стоять! Ты мне деньги должен! Отвали, умей проигрывать! Слышь, это ты должен был проиграть, а не я! С чего бы это? Ты играл не по понятиям. Все карточные игры строятся на вранье. Какие еще понятия? Покерфейс и вранье — это не то же самое! Или ты возвращаешь мне мой выигрыш, или тебе и твоей сестренке мало не покажется. Не трогай Тину, понял? Ой, кажется, кто-то занервничал. Даже на километр к ней не приближайся. Да, конечно же. Конечно же. Я не могу соответствовать всем этим стандартам, как ты не поймешь? А ты попробуй, почему так сложно не показывать свой характер? Что не так с моим характером? Он сложный, тяжелый, называй как хочешь. Я теперь понимаю, в кого Тина. Не трогай мою дочь! А кто меня трогает? А вот и она, легка на помине. Ну вы тут общайтесь, а я пошел. Вас двоих я точно не вывезу. Мам, что случилось? Ничего такого. Ссоримся. С кем не бывает. Из-за чего? Из-за того, что у меня нет всех этих миллионерских манер. Я же говорила, что тебе не нужен этот мужик. А ты взяла и повелась на бабки. Тина! Что Тина? Ты же его на самом-то деле не любишь. Просто живешь ради денег. Знаешь что? Ты бы лучше помолчала. Я вообще-то ради тебя это все сделала. Ты теперь в этом винишь еще и меня? Нет. Ты не виновата. Я сама хотела для нас лучшей жизни. А для меня лучшая жизнь была с тобой вдвоем, рядом с моими друзьями. После всего того, что мы пережили вместе, после того, как твоего отца посадили, мы заслужили на то, чтобы быть счастливыми. Я была счастлива дома, а вот этот вот весь блеск, все эти деньги, они мне нафиг не нужны. Тина, никакой благодарности! Эй, Тина, ты опять из этих придурков плачешь? Да при чем здесь они? Я с мамой поссорилась. А, ну, так это обычное дело. Нет, в этот раз все по-другому. Я ей такого наговорила. Да ладно, это ж твоя мама, она всегда тебя прощает. Стой! Побудь со мной. Ты этого хочешь? Очень. Зачем ты так делаешь? Сначала просишь остаться, а потом отталкиваешь. Я не думала, что мы опять поцелуемся. Я тоже. Но ты же сам меня поцеловал. Я не понимаю, что происходит. У меня никогда такого не было. Меня тянет к тебе. Я чувствую то же самое. Но нет, мы не можем быть вместе. Почему? Потому что наши родители вместе. А если они разойдутся? Я вот в их любовь не верю. Да я тоже. Но я все равно не смогу быть с тобой. Да почему? Потому что ты игрок. Я не хочу, чтобы мой парень был игроком. Так а что не так? Зак, ты не поймешь. А я хочу понять. Зак, прошу, оставь меня. Эх, пью сок. Пап, привет. Привет. Сок? Нет, спасибо. У меня к тебе серьезный разговор. Слушаю. А ты не знаешь, что там за история у Тины с ее отцом? Знаю. Отец Тины был игроком. Он проиграл все, что у них было в карты. Дом, машину. Потом влез в долги, пошел на кражу и сел в тюрьму. Офигеть. Вот это комбо. Да, Кити пришлось работать на двух работах 5 лет, чтобы отработать этот долг. Да уж, теперь я понимаю, почему Тина не любит карточные игры. Да, азартные игры на деньги могут иметь очень плохие последствия. Кстати, а почему ты интересуешься? Да, так. Надеюсь, не потому, что в карты играешь. Да, нет, конечно, нет. Ладно, я пошел. Ладно. Эй, так ты так на вопросы не ответил! Тина, кажется, я поняла, почему мы постоянно ссоримся. Да, мам, ты прости, я наговорила лишнее. Все хорошо. Просто тебе не хватает одного человечка рядом. Неужели она узнала все про нас с Заком? А ты о ком? Сейчас.
И я очень рад тебя видеть. Мам, можешь выйти? Нам нужно поговорить. Да-да, конечно. Кажется, сюрприз не удался. И как тебе вообще хватило наглости сюда приехать после всего, что было? Ты о чем? Ты целовался с моей лучшей подругой. Ну, точнее, уже бывшей. А, ты об этом? Ну, я хотел бы извиниться. Ты сейчас серьезно? Вот так просто спокойно извиняешься? Ну, я просто очень скучал по тебе. А Кэсси напоминала мне тебя. Слушай, ну ты мне тоже напоминаешь орангутанга, но я же с ним не целуюсь. Смешно. А мне вот вообще не смешно. На, надень эту маску на Кэсси и проваливай. Но, Тина... Проваливай! Придурок! Привет, Ева. Да, давай в кафе через час. Так и мама говорит, сюрприз. И угадай, кто заходит. А ну, удиви. Майк? Да ладно, офигеть. И как у него хватило еще наглости приехать? Вот и я тоже самое спросила. Ну ничего, как приехал, так и уехал. Привет, девчонки, я присяду? Да, конечно. Блин, у меня же сейчас рука выкала. Так, ладно, всех люблю, целую, я побежала. Пока-пока. Ну, вот мы и остались одни. Да, да. Слушай. Давай ты. Да, мы вперед. Давай тогда вместе. На раз, два, три. Раз, два, три. Может, сходим на свидание? Свидание? Ну да, что тут удивительного? Привет, привет, не помешал? Нет, садись. Вообще-то помешал. Я Тину на свидание пытался пригласить. Тина не пойдет с тобой на свидание. Проваливай! Что ты сказал? Что слышал? Иди отсюда. Мне с Тиной еще поговорить нужно. Она все-таки моя сестра. Ладно, потом поговорим. И что это сейчас было? Он тебе не пара. Зак, может, я сама буду решать, кто мне пара, а кто нет? Я твоя пара. Зак, ты опять? Слушай. Я знаю, что твой отец был игроком. Все проиграл, и вы с мамой страдали. Ничего ты не знаешь! Зачем ты лезешь в мою жизнь? Тина, ну опять! Ну стой! Тише, тише, детка! Тебя все равно никто не услышит. Собака гавкает. Да, если будет какая-то информация, скажите мне, да? Ну что там? Я всех на уши поднял. Ее никто не видел со вчерашнего дня. Блин, где же она может быть? Та свалила куда-то на гульки. Ты что, свою дочь не знаешь? В смысле? Ну а что? Она же у тебя реально проблемная. Ты как ты смеешь такое говорить? Моя дочь пропала, а ты просто... Кити, Кити, успокойтесь. Мы с вами без него справимся. А ты, пап, это даже для тебя жестоко. Твой отец реально пофигист. Да, есть такой момент. А знаете что? Вы идите в полицию, а я кое-кого проведаю. Точно, полиция. Ну привет, доченька. Иди, обниму. Ну, ты чего? Боишься своего родного отца? Я проснулась связанная. Как ты думаешь? Думаю, мне нужно сначала убедиться, что ты не натворишь глупостей. Может, хотя бы развяжешь меня? Нет, доченька, не развяжу. Зачем это все? Это все из-за твоей матери! Пока я сидел в тюрьме, она меня бросила! Ну, ты ведь нас оставил с долгами. Мама страдала с тобой. Не перебивай меня, девочка! Она предала меня! Я решил украсть у нее единственную дочь! Но меня ведь похитил Гарри! Как вы с ним связаны? Мы с ним играли в одном подпольном карточном клубе. Ему нужны были деньги, а мне ты! Мама меня найдет! Точно найдет! Это мы еще посмотрим! А ну отвечай! Где Тина? Стой, стой! А с чего ты взял, что я знаю, где Тина? Вариантов больше нет. Отвечай! Ладно, ладно, я покажу тебе. Только за это ты должен вернуть мне мой выигрыш и тачку.
Сначала ты показываешь, где Тина, а потом бабки и тачка. Эй, нет, я так дела не веду. Бабки на стол? Я знал. А, ты смотри, как подготовился. Ты мне зубы не заговаривай, куда ехать? А ты ключи дай. Я поведу. Ага, да сейчас. Машина пока что моя. Идем. Офигеть. Вот это сериал. Моя дочь пропала! Помогите! Спокойно, присаживайтесь. Выпейте чайку, успокойтесь. Ага. Давайте по порядку. Вы мать пропавшей девочки, верно? Все верно. Так, а кто отец? Да-да-да, вот его имя и фамилия. Он сидит в тюрьме. Так, сейчас пробьем его по базе. О, так он вчера из тюрьмы вышел. Да ладно. А когда ваша дочь пропала? Вчера. Итак, у нас есть первый подозреваемый. За мной! Оп! Вот она, как я и обещал. Тина. Зак. Гарри, я не понял, это что такое? Сорян, он мне пообещал бабки и тачку. Гони ключи от тачки. Нет! Понял, бабок в туалет хватит, я сваливаю. Я с тобой еще разберусь! А ты кто такой? Отойди от моей дочери. Так вот ты какой отец Тины. И зачем ты ее связал? А не твое дело! Я сейчас как пихну! Не трогай, Сака! Стоять, руки вверх! Вот он, преступник! Тиночка, мам! Преступник, преступник! Раньше был любимым мужем! Вы арестованы! Да я ж только вышел из тюрьмы! Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано против вас. Я не собираюсь молчу! Тогда мы сами тебя заткнем! Ого! Вот это даешь, мам! Ура! У меня получилось! Зак, ты мой герой! Это значит, что мы можем быть вместе? Зак! Насчет карточных игр. Слушай, я обещаю, я их брошу. Я увидел твоего отца и понимаю, к чему они могут привести. Это хорошо, но есть еще одна проблема. Наши родители вместе. Сын у вас просто пушка вообще. Кажется, уже нет. Да уж, он как будто брат-близнец твоего папы. Вкус у мамы вообще не меняется. Что, вы так ненормальной еды? Ты всегда... Ты специально всех выводишь из себя. Блин. Собака мёртвая. Да, хорошо. Если... Извините! Смешно. Вот! Тишина! Извините, у Мухтара выходной. Сейчас выйдем. Начали? Вот он, преступник! Там видно, кажется. Я приходил, я мне усы попал. Собираю усы у полицейского. Это родные. Стоп! Кажется, уже нет. Да! Простите. Арина! Офигеть! Стой, давай я тебе кухню покажу. Не надо за мной найти. Найти. Так вот ты какой отец Тины. Симпатичный. Быстрее, пока сторож не догнал! Крис, блин, вставай! А ты чё развалилась? Прости, я просто не смотрю, куда иду. Мам, мне даже понравилось.
Может, продолжим? Я... Эй, голубки! Нас сейчас сторож догонит! Бежим! До встречи! Идем уже! Блин, надеюсь, меня примут в новом классе. Нет, мне страшно. Кэсси, привет! Блин, заметили. Привет. Это же наша новенькая. Класс! Привет! Я Ева, а это Тегер и Синди. Очень приятно. А ты чего такая перепуганная? Ну, я просто боялась, что вы будете злыми и все такое. Эй, мы самые милые и приветливые ребята в этой школе. Не бойся. Вот, кстати, твоя парта. Вот такая парта! Это и наша школа тоже! Ты не нашего класса! Заглохни! А ну свали, это парта Кэсси! Кого? Моя. Опа! Вот так встреча. Свали с парты! Чё? Свали, сказал! Ладно. Присаживайся. Ты новенькая, да? Может, сегодня после школы прогуляемся, покажу тебе город, или ко мне в гости пойдем? Я не против. Чего? Крис, мы же собирались сегодня... Поняла. Молчу. Отлично. Я тогда зайду за тобой после уроков. Не смей подсказывать Кэсси! Стреляй, сидя, вы сейчас найдешь на покой! Да, не смейте переманивать Кэсси к себе на сторону! Ребята, вы чего? Крис, его компашка отбросы. Ты кого отбросами назвала? Добрый день. Так, Мия, Гарри, у вас вообще-то сейчас биология. А ну, Марш, присядь в мой кабинет. Остальные по местам. Урок уже начался. Кристи, я дома. Я у тебя в комнате. Решила порядок навести. Привет. Привет. Ну что, как первый день в школе? Ну, на самом деле все очень хорошо было. Ребята очень похожи на друзей старой школы. Ух ты, как замечательно. Ну, нашла кого-то похожего на Нейта. На Нейта? Ты же знаешь, что я всегда буду рядом. Я знаю, я люблю тебя, Нейт. И я тебя. Но мне нужно тебе кое-что сказать. Боюсь, тебе это может не понравиться. Ничего не испортит наши отношения. Мы же вместе навсегда. Да, но, понимаешь, у моей мамы очень много работы. Она будет ездить по командировкам и отправляет меня жить к тете. В смысле? Серьезно? Ты меня бросаешь? Нет, ты что? Просто нам некоторое время придется побыть на расстоянии. Я люблю тебя, Нейт. Не надо! Я не готов к отношениям на расстоянии. Что? Ну, точнее, не знаю, мне надо подумать. Прости. Нет! Никакого Нейта не было! Окей, больная тема. Ладно, прости. Я лучше пойду приготовлю нам обед. Ну вот. Мне фигово и нет друзей. От Синди? Ух ты! Ждем тебя в кафе с карамельными коктейлями. Класс! Мои любимые! Они мне все больше и больше напоминают старых друзей. Так, Харе! Может, нужно убраться? Чего? Да-да, розовеньких цветочков развесить и лавандой попшик. Ага, только тогда давайте добавим плюшевых медведей. Да! Что вы несете? Ну как же, скоро твоя милашка придет. Заткнись!
Закройтесь! А я-то что? Это девочки начали. Крис первый начал, когда втюрился в милашку. Да, и что? Вас что-то не устраивает? Ну? Ну вот и все. Погоди, ты в нее реально влюбился? Да. Ну ладно, прости, пускай приходит. Да она не придет. Милашки не допустят, чтобы такая девчонка, как она, общалась с таким, как я. Ой, а когда тебя останавливало чужое мнение? Если она тебе реально нравится, погнали за ней! Да, соберись, Нюня! Что ты сказал? Шучу, шучу, брат. Ладно, вы правы. Пофиг на правила. Идем за Кэсси. Да! Привет. Привет, присаживайся. Мы тебя уже дождались. Я опоздала, простите. Да нет, Синди имеет в виду, что нам давно не хватало тебя в компании. Да, так что теперь нас с детскими поровну, и мы покажем, кто здесь главный. Да! Почему вы не общаетесь с Крисом и ребятами? Они вроде как нормальные. Что? Они отбросы. И преступники. И да. Короче, они плохие. Так что не смей с ними даже общаться. Да, Кэсси не будет, она же правильная девочка. Ну, да, конечно. Угу. Это что такое? Крис со своей компашкой. Кэсси, идем. Давай, вставай. Эй, вы что тут устроили? Полиция нрава прибежала. Вам же запрещено приезжать к нашему кафе. Ой, а кто это сказал, что оно ваше? Да, и кто нам запретит, а? Да вы! Вы! Ой, умолк! Мы вообще по делу. За тобой. За мной? Ну, я же обещал погулять после уроков. Идем. Go к нам! Будет весело! Нет! Кэсси, ты же хорошая! Нельзя вообще-то с ними! Да, что о тебе подумают другие люди? Твои прошлые друзья как мы, а не как они. Ну да, вы, наверное, правы. Ты уверена? Прости, я не могу. Ну ничего. Я подожду. Придется ждать вечно. Что? Ты так просто сдашься? Нет, конечно. Кэсси должна сама решить. И она будет моей. Вот это по-нашему. Да. Ладно, поехали. Блин, я тетрадку забыла. Да и пофиг. Да, эта училка Рея сказала, что вызовет родителей. Ну шуруй тогда за тетрадкой. Привет, Крис. Что надо? Опять мы какие-то правила нарушили. Нет, да ты что? Я просто подумала, раз Кэсси отказалась с тобой погулять, то я могу. Что? Ну, просто, как я поняла, тебе нравятся милые девчонки, а я вот милая, да и ты мне давно нравишься. Что, прости? Ты шутишь? О-о-о, а что происходит? Так, давай, не мешай. Ну так что? Ева, какая же ты глупая. Что? Мне нравится Кэсси, и пофиг кто она, ботанша, милашка. Не важно, отвали. Ева, к тебе подкатывает? Ну вот, я же отвянь. У тебя нет шансов. Я не позволю этой новенькой выскочке увести Криса. Мы с тетей как раз приготовили свежие пончики, поэтому ты вовремя. Ой, спасибо. Очень вкусно. А почему ты одна? Я думала, вы с Тайлером и Синди постоянно втроем. Да, но я захотела поговорить с тобой. Ребята не замечают, что тебе сложно и все такое. Сложно? С чего ты взяла? Ну, я же понимаю, что ты приехала в новый город, скучаешь по друзьям. А я хочу, чтобы ты чувствовала себя хорошо. Спасибо, ты такая классная. Мне так не хватает тут такой подруги. Я всегда буду рядом.
всегда буду рядом. Мне когда-то говорил один человек такие слова. Опа, подруга? Вы поссорились? Да нет, это был парень. Ну, то есть бывший, мы как-то странно расстались. Опа, а вот тут поподробней. Ну, когда я сказала, что я переезжаю, он сказал, что ему нужно подумать, готов ли он к отношениям на расстоянии. А потом так и не ответил. И куда-то исчез. Какой ужас! Бедная моя Кейси! Ой. Ладно, давай не будем о прошлом. Может, найти его и поговорить? Возможно, все получится вернуть. Нет, это бесполезно. Хватит о прошлом. Когда рядом такое хорошее настоящее. Опачки! А есть уже кто-то новый? Нет, я просто так это сказала. Пойду на лучшие колы принесу. Ага, давай. Парень, значит, был. Кажется, я знаю, что делать с этой информацией. Показалось. Крис? А что ты тут делаешь? Не смог больше ждать. Пришел тебя забрать на нашу вечеринку. Прям забрать? А ты против? Нет. Ну, тогда вперед. Кейси, ты что там делаешь? Я окно зашторивала. Ну ладно, ты уже домыла посуду, а то нам в кино уже пора. Тетя Кристи, а может ты сама пойдешь в кино, а я пойду к ребятам на вечеринку? Это твоя подружка Ева устраивает? Ну, не совсем. Немножко другие ребята. Так, только не говори, что тебя зовет Крис и его компашка. Ты слышала, что о них в городе говорят? Да, они хорошие, правда. Это все бред. Просто они, ну, немножко выглядят необычно. Если твоя мама сказала следить за тобой, чтобы ты не вляпалась ни в какие неприятности. О, да какие неприятности? От одной вечеринки. Кисечка. Не забывай, что я сама только недавно закончила колледж. И я сама прекрасно знаю, что происходит на этих тусовках. Обещаю! Побежу за ней! Кто это? Я Крис. Я обещаю, я верну вашу племянницу в целости и сохранности. Ну, тетя Кристи, ну отпусти нас, пожалуйста. Парнем, который пробрался к нам в дом... Это, конечно, романтично. Это именно, очень романтично. Ты ведь сама сказала, что недавно окончила колледж. И ты как никто понимаешь, что мне очень нужно на эту тусовку. С ним? Ты влюбилась? О, ладно, только домой не позже 11. Спасибо. Спасибо, мисс Кристи. Нет, куда? В окно, у нас же есть дверь. Но я же никогда не выходила на улицу через окно. Кейси! Ну ладно. Эта милашка ни за что сюда не придет. Крис очень расстроится. Да не гоните, перед Крисом ни одна девчонка не устоит. А вот и мы. А я говорил, наша парочка придет. Это я говорила. Так, харе, где коктейль для меня и моей девушки? А, ща будет. Девушки? Ну да, ты моя девушка. И пусть все об этом знают. Да! Да! А чего Кэсси не с нами? Вы ее не позвали. Я звала, но у нее сегодня поход с тетей в кино. Хорошо, она хоть не с этими отбросами на вечеринке. Ха, их очередная сторис. За вечеринку! Что? Там Кэсси? Кэсси? Она нас предала! Мне кажется, дерзкие ее просто заставили. Это уже слишком. Нужно испортить эту заставку! А, ну что? Ну, чтобы дерзкие знали, что нельзя уводить наших друзей. Да! А еще позовем училку, пусть она их всех накажет.
Да! Вперед! Да! А почему вас все считают плохими? Вы же классные. Ну, мы просто делаем, что хотим. Хоть мы никому и не вредим, но людям не нравится наше поведение. А мне нравится, но не поведение, а ты. Ой, то есть я... Блин. Ты влюбилась. Я тоже влюбился. Хана вам, чудики! Вы на нашей территории. А у вас наша подруга. Верните Кесси! Ребята, успокойтесь. А может, она сама будет решать, что ей делать? Нет, детские не будут тусоваться с милашками. Кэсси с нами. О, завалились на нашу вечеринку и будете указывать, что нам делать? Пора вас проучить. Ты что делаешь, миссис Лорель? Что за крики? Зачем меня позвали? Девочки, что с вами? Это они! Мы пришли к ним на вечеринку помириться! Они на нас напали! Совсем уже? Такого не было! Было-было! Да. Так все! За такое поведение я сейчас же доложу все вашим родителям! И о вечеринках можете забыть! Что там? Спасибо, что провел. Прости, что так все получилось с вечеринкой. Я хотел, чтобы ты повеселилась, но все пошло наперекосяк. Да ничего, мне все равно понравилось проводить с тобой время. Кесси! Какого черта происходит? Что вы натворили? Простите, мисс Кристи, но я не сдержал обещания, что все будет хорошо. Я сейчас не с тобой разговариваю, а с вот этой дамой. Кесси, отвечай. Кесси ни в чем не виновата. Это милашки все. Так, ты что здесь делаешь? Провожал Кесси? Все, теперь свободен. Да, Крис, тебе лучше уйти. До завтра. До свидания. Ну, Кристин, я психую. Все же хорошо, я дома. Да? Только вот учительница позвонила твоей маме. Знаешь, сколько всего я выслушала за то, что отпустила тебя? Ну, прости. Я не знала, что так выйдет. Все, тебе запрещено общаться с Крисом и его друзьями. Нет! Мне не нужны разборки с твоей мамой. Радуйся, что из-за работы она не смогла приехать, иначе ты бы получила по полной. Кесси, пора в школу. Да собираюсь уже. После школы сразу домой. Никаких парней и плохих компаний. Да-да, хорошо. Нет, я не хочу жить, как раньше. Я хочу быть с Крисом. Опа-на, новый стиль. Угу. Ой, теперь ты точно в нашей банде. О, привет. Классная косуха. Скажи, Кесси, наша девчонка, нафиг милашек. Я-ху! Да, я знал, что моя девушка лучшая. Как дела с тетей? Да пофиг. Она хотела запретить мне с вами общаться, но я сказала, отвали, я сама знаю, как мне жить. Хорош, красотка! Кэсси, я, конечно, рад, что мы вместе, но я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были проблемы. Да ладно, не переживай, все хорошо. Так, ну, нам пора к Ариэль, а то опять отчитывать будет. Ага, ладно, встретимся после уроков. Yes! Как все круто получается. Теперь главное перед милашками не спалиться, а то они мне точно сдадут тете. Блин! Ой, вот умора. Привет, Кэсси. Привет, девчонки. Как дела? Я надеюсь, ты на нас не обижаешься за то, что мы устроили вчера. Мы же хотели как лучше. Да нет, конечно. Я все понимаю. Нафиг этих дерзких. От них только одни проблемы. Как круто, что ты это понимаешь. Идем на урок? Ага. Да, только я сейчас в туалет схожу. Окей. Так, посмотрим. Нафиг дерзких говоришь, да?
Но я тебе устрою! Крис будет мой! Алло? Да, конечно. Я в спортзале. Жду. Давай, пока, любимый. Кейси, Кейси, Кейси! А, у меня к тебе срочное дело. Давай потом, мне нужно бежать. Не-не-не-не-не-не! Это не может долго ждать. Тем более, ты сама этого давно хотела. И что же это? Не что, а кто? Та-дам! Эй! Привет, Кейси. Ты что тут делаешь? Что он тут делает? Ну, чего ты злишься? Сама говорила, что скучаешь по нему. Вот я его и нашла, чтобы вы помирились. Нет, он мне не нужен. Кейси, солнце, я понимаю, ты злишься. Я и правда повел себя как козел, но понял, что все еще люблю тебя. Чего? Что тут происходит? Это что такое? Крис, это... Ты все неправильно понял. Это мой бывший. Вообще-то мы официально не расстались. Кейси, моя девушка. Ого! Кейси, вы что, встречаетесь? Ты же говорила, что не общаешься с дерзкими. Чего? Что тут вообще происходит? А соединение двух влюбленных сердец, которому ты мешаешь. Кейси, моя. Хочешь об этом поговорить? Еще как хочу. Ребята, не надо! Ой! Влад? Отвали от Кейси! Ребята, давайте без драк! Эй, что за разборки? Кто тут у нашего друга вычет? Это Влад? Нет! Ребята, успокойтесь! Нейт, я давно тебя забыла, я теперь с Крисом. Что? Ты же говорила, что не общаешься с отбросами! Чего? Кейси, ты так сказала? Нет. Ну да, я боялась, что тетя накажет. Все ясно. Кейси, крыса! Ты как мою девушку называешь? А что? Она общается с милашками и обзывает нас. Так же наоборот. Какая же ты лицемерная, Кейси. Разборки, а! Ставить! Сколько можно? Кто опять это начал? Кейси, ты же мне обещала, как так можно? Но я не могу ничего с собой поделать. Я люблю Криса и хочу быть с ним. Только из-за тебя чуть две компании не подрались. Твоя мама прибьет нас обеих. Тетя Кристи, только не говори ничего маме, пожалуйста. А я и так все знаю. Мама, Элис, ты же должна была быть в командировке. Как я могу спокойно работать, если мне каждый день звонит учительница и жалуется на Кейси? Прости, это случайно вышло, я не виновата. Элис, не нужно было приезжать, мы бы сами разобрались. Достаточно, наразбирались уже. Зря я вообще свою дочь к тебе отправила. Ведешь себя как малолетка. Мама, перестань, тетя Кристи не виновата. Хватит, меня утвердили на должность редактора. И мы завтра же переезжаем в Нью-Йорк. Нет, я никуда не поеду. Поедешь. Нет, я буду жить, как я хочу, а не ты. Ой, Крис, а ты здесь? Ну да, меня же наказали за разборки с этим лузером. А ты про парня Кейси? Я ее парень, а этот тип ей никто. То есть ты продолжишь встречаться с Кейси, и тебе даже не обидно, что она тебя обманывала? Ева! Не лезь не в свое дело, поняла? Ладно, ладно. Хорошо. Тогда будем действовать по-другому. Ай, ай-яй-яй, как больно! Ай-яй-яй! Чего верещишь? Ой, да мне в глаз что-то попало. Посмотри, пожалуйста. Ой-ой. Да нет там ничего. А, ой, да. Наверное, показалось. Ну хватит, ты же всегда мечтала жить в Нью-Йорке. Это было до того, как я встретила Криса. Это тот самый парень, из-за которого у тебя проблемы? Я не позволю тебе встречаться с преступником. Мама, он нормальный. Я останусь жить тут и буду встречаться с Крисом. Ты про Нейта тоже так говорила. И что, забудешь Криса и найдешь себе другого? Нет, Крис – любовь всей моей жизни. Достала. Ты будешь делать то, что я скажу.
Тогда я сбегу! Нет, мы с Крисом сбежим! Ева, блин, что еще за фотки? Что? Ева с Крисом? Привет. Не против? Чего такая грустная? Я слышал, твоя мама приехала. Устроила скандал, да? Угу. Хочет увезти меня в Нью-Йорк. А ты, я так понимаю, не хочешь? Да мне уже пофиг. Куда и с кем ехать? Какая разница? Если мне парень изменил с лучшей подругой. Крис? Вот гад! Он мне сразу не понравился. Он тебя недостоин. Почему? Ну почему со мной так всегда? Как только я влюбляюсь, меня все бросают. Я понимаю, что извинений мало, но все же. Прости, что я так поступил с тобой. Я понял, что люблю только тебя, и если ты не против, то мы можем попробовать сначала. А смысл, если я уезжаю? Ну, вообще-то, ради тебя я готов поехать куда угодно. Хоть в Нью-Йорк, хоть на Аляску. Получается, если мы с мамой переедем, мы сможем быть вместе? Да, ну, конечно, если ты этого хочешь. А знаешь, хочу. Все, решено. Мы летим в Нью-Йорк. Пипец, офигеть. Квен, можешь скорее реагировать так на каждое видео в ТикТоке, а? Да не, ну вы гляньте, что Кейси у себя в инсте написала. Кейси? Что? Он улетает в Нью-Йорк? А, с Нейтом? Чего? С этим придурком? Да вы дальше читайте. Ненавижу Криса, ты худший человек в моей жизни. Ненавижу. А ты куда? На воздух. Пипец. Что это на Кейси нашло? Ну, все же нормально было. Да, чуть не потрался Крис и Нейт, но... И что? О, еще один пост. А? Ева, ты не подруга, а крыса. Это худшее предательство из всех возможных. Так, во всей этой движухе точно замешана Ева. Я приведу эту курицу сюда. Ну иди к Вэт с Евой, ну или хотя бы Крис. Да, уже 2 часа прошло. Пусти, я не пойду в ваш гараж! Ты уже здесь. Ой! Ну давай, рассказывай, как ты Кейси предала? И почему Кейси ненавидит Криса? Я ничего не знаю! О, да? Ну тогда закроем тебя в холодильнике. Нет, не надо! Я все расскажу. Ну ладно. Что? Ты целовалась с Крисом? Да не могла она с ним целоваться. Ну, я попросила его посмотреть, что попало мне в глаз. Ну и сфоткала, типа мы целуемся. Пипец, нужно срочно найти Криса. И ты идешь с нами. А? Нет, пустите вас в руки грязные. Нашли? Нет. Криса нигде нет. Капец, у Коси были через час. Вот дурочка. Сейчас улетит и навсегда потеряет Криса. Что? Порадоваться даже нельзя. Так, мне кажется, ты знаешь, где Крис. Я? Нет, вы что? Откуда мне знать? Хочешь в холодильник? Да блин, ну расскажу я все. Ой-ой-ой. Как тяжело. Крис! Чего тебе? А, помоги коробки до дома донести, пожалуйста. Отвянь, сейчас не до тебя. То есть ты позволишь, чтобы девушка сама тянула тяжелые коробки? Куда нести? Вот туда, недалеко. Сюда, да? Да. Вот туда вот, слева. Окей. Ага. Ты что творишь? А ну выпусти меня! Выпущу через пару часов! Я! Что за слухи? А ну выпусти меня!
ты закрыла Криса в подвале? Ну да, чтобы он не успел остановить Кейси, она бы улетела, и он бы остался со мной. Ну ты дура! Спокойно, Мия. Надо вытащить Криса и отвезти его к Кейси. Не успеем. Подвал в другом конце города. Тогда нужно разделиться. А, я поеду за Крисом, а вы с этой заразой в аэропорт останавливать Кейси. Супер. Ключи от подвала. Там на защелке открывается. Надеюсь, Кейси нас выслушает. Умница, дочка, что сделала правильный выбор. Да, в Нью-Йорке много возможностей. А главное, мы будем вместе. Идемте, скоро посадка на самолет. Кейси, стой! Не совершай ошибку! Гарри, Мия. Че приперлись? Хватит портить жизнь Кейси. Отвали! Не с тобой разговаривают! Кейси, если сядешь в самолет, то будешь жалеть об этом до конца жизни! Да что вы несете? Крис выбрал другую! Зачем мне тут оставаться? Нет! Крис любит тебя! Так до чего он не приехал и не сказал об этом сам? Но он не может! Поехали с нами и по дороге все объясним! Поверь! Ну, чего ты? Ты как меня нашла вообще? Еву раскололи. Идем, у нас очень мало времени. Так, стоп. Что случилось? Ответь мне на один вопрос. Ты любишь Кейси? Да. Ну тогда идем, по пути все объясню. Она что здесь делает? Курица. Кейси, стой. Ева здесь, чтобы рассказать правду. Да, Ева? Угу. Ну, вперед, я слушаю. Говори. Короче, я не целовалась с Крисом, а специально сделала такую фотку. Что? Да я из-за тебя чуть на другой конец страны не уехала и не потеряла любовь всей своей жизни. А еще я специально притащила Нейта, чтобы поссорить тебя с Крисом. Вот курица. А где Крис? Я его закрыла в подвале, чтобы он не успел к тебе в аэропорт. А что? Не переживай, Гвен уже освободила Криса, и они едут к нам навстречу. Скорее бы. И, пожалуйста, сядь вперед. Хорошо. Кейси! Крис! Теперь нас с детскими поравну, и мы покажем им, как здесь плавать. Это и наша школа! Это не нашего класса! Помогни! Иди в баню! Да, полиция! Да, не Я не смогу. А можно она будет за кадром, пожалуйста, говорить, и я потом ее подхвачу? Да. Да иди ты, зачем ты поворачиваешься? Я не поворачивалась на тебя. Вот как бы это смотрелось, вот прикинь. Стоит. Выключай, это Крис. Стоять, мелкие преступники! А ну, стоять!
Эй! Прости, красотка. Ты дашь помаду? Крис, валим! Быстрее! А, в другой раз отдам, красотка. Офигеть! Ну что, идем? Да. Китти, а твой папа не против нашей тусовки? Да пофиг на него! Отдыхайте! Фух, я устала. Я тоже. Тайлер! Алло! Я вообще-то твоя девушка! Да чё ты кипишуешь? Я просто... Это что такое? А ну пошли все вон отсюда! Вали, недоумок! Папа! Тайлер, мой парень! Кто? Дочь офицера полиции не может встречаться с таким отбросом! Серьезно? То есть ты уже решил, что я поступлю на юриста в колледж, а теперь еще будешь решать, с кем мне встречаться? Да, моя дочь должна быть примером для общества. Ну так удочери себе другую дочь, потому что я не собираюсь жить по твоей указке. Где же эта помада? Хочешь свою, да? Нет, мне нужна та. Не, это ищешь. Ты! Это же ты ее спер! Типа не так быстро. Я отдам. Если ты согласишься пойти со мной на свидание. Чего? У нее вообще-то парень есть. Замолкни, малявка! Ну так что, хочешь вернуть помаду? Ты чего к моей Кити клеишься? Опа! А это, я так понимаю, тот самый парень. Ну, не переживай, ты с ним ненадолго. Кити, моя судьба. Чего? Ты хочешь поговорить об этом? Да, сегодня после школы, на спортплощадке. Идет. Супер. Ты будешь моей. Придурок! Не надо с ним связываться, он же преступник. Подумаешь, пару шоколадок с магазина стащил. Я с ним разберусь, не переживай. Зря ты, чувак, разминаешься. Все равно он испугается и не придет. Ага. Значит, Кити завоевать будет еще проще. Ну че? Готов к разговору? Еще как. Эй, это не по правилам. Вы слышали, ребят? Он думает, что в драке есть какие-то правила. Бронируй место в больнице, лузер. Не появляйся здесь больше! Привет. Наконец-то! Как ты? Сильно подрались? Да нет, все в порядке. Я его пару раз ударил, он убежал. Ну. Я знала, что ты у меня самый крутой. Украшения выбираю. Ага. Ты что делаешь? Мне скучно. Давай повеселимся. Тогда пойдем. А ну стоять, воровка! Вы совсем отпустите! Я видела, как ты стащила украшение. Либо платите бабки, либо я сейчас полицию вызову. Я что? Я ничего, я ее в первый раз вижу. Гоните бабки! Да пустите же! А я сейчас вызову полицию. Пустите! Я ничего не брала! Отдай мне! Вот ты где! Я же говорил не сбегать из дома. Простите, это моя младшая сестра. Она стащила украшение! Кто? Она? Она! Хватит мне зубы заговаривать, я звоню копам! Ладно. Сколько она вам должна? Этого хватит? Да! А теперь брысь отсюда, чтобы я вас здесь больше не видела! Понял, идем. Дурацкая продавщица. Ты все-таки его украла. Ну да. Ну что? И вообще, не надо было за меня платить, я бы сама разобралась. Так я все равно не свои бабки заплатил. Что? Ты украл его у продавца? Да. Ну ладно, спасибо. Стой, а ты куда? Разобраться с Тайлером. Этот придурок сбежал и оставил меня одну. Ты хочешь ему отомстить? Да. Hmm.
котики! Ломай! Ты что творишь? Мщу Тайлеру. Благодаря им. Он узнает, что у тебя новый парень. Ты придурок! Все равно мы будем вместе! Мистер Нейт, скажите, как в городе обстоят дела с преступностью? Преступности в городе почти нет. Даже подростков-хулиганов. Вы уверены? Я очень ответственно отношусь к своей работе. Я вижу. Ах вы ж! Вы что творите? Шухер! Офицер Нейт! Валим! А ну стоять! Вот это да! Попробуй догони, офицер! Я вас арестую! Ой, вот это кадры! Ты уже готова к тусовке? Обалдеть! Как тебе? Нравится? Очень! А отец уже видел? Он, наверное, будет зол. Да пофиг! Я устала делать то, что он хочет, и одеваться так, как он говорит. Я хочу быть собой. Класс! Я даже завидую твоей смелости. А то! А что это за парень, который тебя поцеловал? Китти! Ты чего? А, да так, то один придурок был. А он вроде ничего такой, красивый. Ой, идем уже! Китти, ты куда собралась? Да еще в таком виде! Гулять, отвали! Быстро переоденься! Как ты вообще выглядишь? Это новая я, и теперь я буду ходить так всегда! Идем, Крисси! Гляньте, у них все-таки здесь вечеринка! И нас не позвали? Не по-дружески, ребят, не по-дружески. Мы с вами не друзья! Замолкни! Не обращай на них внимания, идем лучше потанцуем. Правильно, Тайлер, а то опять штаны наделаешь из-за страха. Вот это здесь напитка! За вечеринку! Надеюсь, Тайлер осознал свою ошибку. Сомневаюсь. Вот гад! Ну все! Привет! О, Китти, я знал, что ты ко мне еще придешь. Заткнись и танцуй. О, Китти пришла. Китти, не понял. Китти, ты офигела. Сначала целуешься с ним, а теперь специально танцуешь у меня на глазах. Отвали, Таня. Крис мой новый парень. А, ясно. Тупая дура и преступник. Отличная пара. Ты офигел? Что ты там сказал? То, что твоя девушка тупая дура. Хана тебе, неудачник. Не надо. Он этого не стоит. Крис, давай уйдем, пожалуйста. Еще увидимся, придурок. Это было круто. Я больше никому не позволю тебя обидеть. Тем более этому идиоту Тайлеру. Извини, еще никогда никто не заступался. Постой. А ты уверена, что хочешь быть со мной? Я ведь преступник, а ты дочь офицера полиции. Я еще никогда так не влюблялась. И мне тоже кажется, что это судьба. Китти, а ты точно хочешь с нами? У нас очень сложная работа. Я знаю. И уверена, что справлюсь не хуже вас. Это ж мой телефон! Смешно! Ну видишь, тебя она уже обчистила. С прохожими она точно справится. Погнали уже! Ой-ой-ой, прости, Ариэль, с тобой все хорошо, ты не ушиблась и не ударилась! Да все нормально! Все нормально! Еще раз прости! А теперь мой выход.
Привет, малышка. Отстань, я занята. Ой, ну какая ты вредина. Может, хоть номерочек дашь? Нет. Тогда прошу меня простить. Пока. Ну и ты же ничего не стащил. Думаешь? Класс! Хочу еще кого-то обчистить. А, моя девочка. А настыренные бабки... Пойдем в ресторан. Мы с Китти пойдем. Вау, никогда не была в таком ресторане. Все для тебя, любимая. Добрый день. А вам столик на двоих? Да, пожалуйста. Присаживайтесь. Держите. Я через пару минут подойду. Вот это цены! О, глянь, тут даже мэр отдыхает. Если мы и дальше будем вместе воровать, то мы сможем позволить себе самые дорогие рестораны этого мира. А это для нас будет просто забегаловкой. Я за. Так, что будем заказывать? Лобстер или стейк? Не-а, хочу бургер. Обожаю тебя. Вот это вкуснятина. Ага. Это что такое? Это что, дочь Нейта? Кажется, я наелась и навеселилась. И я. Так, ну что, пойдем. Стой! А может, просто свалим? Читаешь мои мысли. Стоять! А за что кто владеть будет? Обалдеть! Дочь полицейского сбежала, не заплатив. Алло, Нейт? Это было лучшее свидание в моей жизни. У нас таких будет еще 1000. До встречи, любимая. Пока. Вернулась наконец-то. Где этот малолетний уголовник? Папа, не начинай. У меня хорошее настроение. Я вижу. Опозорила меня и довольна. Мне звонила мэр Кристи и сказала, что ты сбежала с ресторана с тем вором. Тебя это не касается! Я запрещаю тебе с ним общаться! Теперь ты под домашним арестом! Да мне плевать на твои правила, понял? И вообще, я уйду из дома, и ты больше никогда меня не увидишь! Марш в комнату! Выйдешь, когда я разрешу! Да кого там принесло? Дети, что случилось? Он не дает мне нормально жить. Я сбежала из дома. Ничего, поживешь пока у меня. Нет, он найдет меня даже тут. Нам надо сбежать. Хорошо, давай сбежим. Будем воровать у прохожих, и все будет хорошо. Нет, я так не хочу. Этих денег нам не хватит. Нам нужно ограбить банк. Ты за? Я согласен. Я с тобой до конца. Еще нам нужно оружие. Я знаю, где его достать. В гараже моего отца. Идем. Офигеть. Настоящий? Не-а, муляж. Игрушка, короче. Но в банке об этом не узнают. Попались! Хана вам, ребят. Вот мистер Нейт обрадуется, что я вас поймал. Тайлер, опять продолжаешь мне жизнь портить? Ага, гоните оружие. Ух ты, придурок. Мы да с Крисом в перчатках, а ты нет, вообще без мозгов. Твои-то отпечатки на оружие остались. Мы скажем, что мы словили тебя при попытке украсть его. Нет, вы не можете, это не я. Поздно. Хотя... Мы не сдадим тебя, если ты поможешь нам в одном дельце. Ну что, готова? Нафиг маски! Пускай все знают, какие мы крутые! Как же я тебя люблю! Ну вы точно больные! Давайте быстрее! Не бойся, Тайлер! Лучше приготовь кошелек, мы с тобой поделимся!
Ага, главное, чтобы копы не приехали. Здравствуйте, нам бы студенческий кредит оформить. Без проблем, становитесь в очередь. А мы без очереди, у нас особые пропуска. Всем на пол, быстро! А ну-ка, быстро, положила сюда деньги! И чтобы доверху был набит! Хорошо, хорошо! Быстрее! Блин, Тайлер, придурок, решил свалить без нас! Быстрее, черепаха! Дай сюда! И запомните, мы Крис и Китти! Самые молодые воры! Не, с меня хватит, я сваливаю! Так, погнали, погнали, погнали! Ты быстрее, Балан, поехали! Да как она могла? Блин! Не переживайте, мистер Нейт, мы найдем вашу дочь. Скорее это мы найдем. Гарри, агент ФБР. Ограбление банка — это уже дело штата. Я этим займусь. Это все Крис. Он украл мою дочь и заставляет ее в этом участвовать. Он с самого детства ворует. Я сам разберусь, кто и в чем виноват. Несите мне записи с камер банка. А? Нас могут услышать. Да расслабься, нытик. В этом отеле всем на нас пофиг. Ага, а как же? Я пойду прогуляюсь. Да забей на него, пусть вообще валит. А мы его долю себе заберем. Да, нафиг Тайлера. Вот это преступница? Она ограбила банк вместе со своим парнем? Никакой он ей не парень. Крис похитил мою дочь и держит ее в заложниках. Какой ужас! Я обязательно верну свою Китти домой. Я люблю ее. Она все, что у меня осталось. Надеюсь, вы найдете свою дочь целой и невредимой. Напоминаю, все, кто видел Китти и Криса, просьба сообщить в полицию. Мы... Ты слышал? Ты похититель! Да я сама тебя свалила! Ну, тише, ну это же твой папа. Может, он за тебя переживает. Позвони, скажи, что с тобой все в порядке. Ага, чтобы он отследил звонок, и сюда копы приехали. Да, тут ты права. Там копы, они ходят по номерам и ищут нас, надо валить! Тайлер, стой! Надо деньги собрать! Я соберу! Мне плевать на деньги, я валю! Стоять! Далеко собрался? Капец! Именем закона вы арестованы! Крин! Тайлер, придурок! Валим! Что теперь делать? Нас поймают! Нас не поймают! Мы сбежим! Сбежим из страны! Вдвоем? Вместе навсегда! Я люблю тебя! Можем выпрыгнуть через окно. Там как раз рядом машина припаркована. Да, быстрее, Валик! И сколько тут у нас? 100 штук хотя бы есть? Ты шутишь? Тут 5 миллионов! Мы миллионеры! Ну что, идем? Стой, а ты уверена, что хочешь именно в это кафе? До границы осталось всего 30 миль. Поужинаем уже за границей. Нет. Я хочу сейчас. Ладно, все ради тебя. Добрый день. Рада приветствовать в нашем захолустье. Ага, здрасте. Нам 2 бургера и напитки. Конечно, конечно. Блин, это же те ребята из новостей. Нужно срочно вызвать полицию. Эй, ты чего? Не знаю. Я так хотела свалить от отца, а теперь понимаю, что мы уедем из страны, и я его никогда больше не увижу.
Ну, если хочешь, мы можем вернуться. Я скажу, что и правда тебя похитил. Меня посадят, а ты будешь свободна. Ты правда готов на это ради меня? Да, ведь я люблю тебя больше жизни. Я тебя... И мы валим из страны. Вместе навсегда. Да, поняла. Я задержу их сколько смогу. Вот ваш заказ. За наше счастливое будущее. Да, отлично. Мы их нашли. В 20 минутах езды отсюда. Я с вами. Вон они, готовьтесь. Прошу, любовь моя. Не с места! Вы арестованы! Крис! Папа, пусти меня! Крис! Иди! Крис! Уводите его! Нет! Нет, отпустите его! Крис! Успокойся! Ну, преступника мы поймали. С ночью сами разберетесь. Конечно! Крис! Как ты мог, папа? Крис меня не похищал! Это я предложила ограбить банк! Доченька, успокойся! Нет! Я должна быть в тюрьме вместе с Крисом! Я не дам посадить свою единственную дочь! Все наладится, и ты забудешь этого парня, как страшный сон! Я люблю его! И тебе нас не разлучить! Всем привет! Я та самая Китти, и Крис меня не похищал! То есть вы хотите сказать, что это вы сами решились на ограбление банка? Да, это была моя идея. Крис просто поддержал ее. Но вы же понимаете, что вас теперь арестуют. Да я только ради этого сюда и пришла. Меня посадят с Крисом. Наша любовь нерушима. Офигеть. Вот это сенсация. Можно аккуратней? Это тебе не спасало. Китти. Китти. Любимый. Ты пришла. Конечно. Мы же вместе навсегда, даже в тюрьме. Ага, да сейчас. Она, пусти ее! Нет, что вы делаете? Вы должны посадить меня вместе с ним! А, нет! Вы теперь на всю жизнь отдельно, в разных камерах. Нет, Крис! Китти! Здравствуй, Нейт! Миссис Мэр, добрый день. Не такой уж он и добрый. Я пришла сообщить, что ты отстранен от должности. Как? За что? За ложные показания про похищение. Твоя дочь во всем созналась. Ты больше не офицер полиции. Ах так? Ну что ж, тогда мне больше нечего терять. Нейт, что ты задумал? Открой! Китти, Китти! Папа, ты что здесь делаешь? Пришел выпустить тебя. Я никуда не пойду без Криса. Я выпущу вас обоих. Мистер Нейт? Выходи. Китти! Любовь моя. Спасибо, папа! Ну, зачем ты это делаешь? Для меня главное, чтобы ты была счастлива. Спасибо! Спасибо, мистер Нейт! Вы самый крутой коп, которого я знаю! За воротами вас ждет машина! Бегите, пока охрана вас не заметила, чтобы вы сбежали! Стоять! Еще чуть-чуть, Китти! Уйди! А ну сюда! Не поймали. Заразы. Вперед, солнце жизни! Вкусный, кстати, влог со сливками. Да. Все вы видели, наверное, тренд в ТикТоке. Он вирусился достаточно давно, но суть в чем? Нам надо
На руку. Сливок. Кто так бросит, правильно? Да! Зачем грязного меня снимать крупно? Блин, ну хватит. Даже ты грязный, ты красивый. Даже когда грязный. Оп! Ну давно, да. Ну давай. Я очень боюсь, ребята. Сейчас же... Все лицо будет слить. Так, я отойду в сторону. Давай, давай. Испугалась в последний момент немножко. Немножечко. Нет, больше. Так. Хорошо. Подбросить просто вверх. Так, ребята, я вас попрошу. Скажите три раза Гарри, чтобы мне пришла удача. Так. Один, два, три. Оно вкусно, кстати. Ну, это было близко. Да. Достаточно близко, на самом деле. Так, а теперь... Близко ко мне. Я понял. Нужно было пять, Гарри, сказать. Давай, если давай, сможешь, что? Везде. Чего? Вау, молодец. Это было круто. Это было реально. Ну, победительница Кейси, я считаю. Я считаю, да. Браво! Подарок тебе, знаешь, какой тебе подарок? Иди сюда. Нет! Ладно. Ребята, предложение, давайте второй раунд. Нет. Давайте. Ну, просто мне терять нечего, я предлагаю второй раунд. Я тоже думаю, что второй раунд нужен, потому что, ну, без Кейси получается, потому что победительница как-никак. А вот кто-то вообще испугался сливок летящих. Я боюсь. Поэтому... Ну, немножко, пожалуйста. Все. Давай, мы в тебе верим, давай. Эх. Ну, немножко не попало, знаешь ли. Ну, почти попало. Да, вот теперь моя вторая попытка, допустим. Ух ты, слушай, можете пойти работать кем-то в этой сфере. Как мне? Кондитер. Так, хорошо. Это что за снайпер? Хорошо, я поп... Дай свою руку. Спасибо. Ты молодец. Ты красавчик. Так, сна... И пять раз Гарри, помните? Да, пять раз. Ух. Так, ребята, легендарная традиция для удачи. Гарри! Гарри! Ой! Гарри! 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 У меня теперь борода, ребята. Санта-Клаус, ура! Подарки нам принесешь через полгода. Получается, вот такой у нас мини-влог вышел сегодня. Немножко решили поразвлекаться. Да, у меня борода появилась как раз. Надеюсь, вам тоже было весело. Теперь мы смотрим... Блогерсы! Да ты издеваешься, блин, это так тяжело! Замолкни, малявка! С тобой все хорошо, ты не ушиблась? Ой-ой-ой-ой, какая я неуклюжая! Ваня, готовьтесь! Кто Ваня? Можно аккуратней? Тебе не спас салон! Мы снимаем сегодня классный ролик. Да, классный ролик. Про, а угадайте, каких персонажей мы играем из жизни? Напишите в комментариях. Кстати, да, и смотрите, у нас с Кити была по поводу еще на эту тематику фотосессия. Да. Вы можете заходите зайти посмотреть. ТикТок. Да. Да. ТикТок, Кити, посмотрите. У нее там очень классное видео, которое я даже сохранил. Невероятные видосики. Заходите, смотрите, и если есть какие-то еще вопросики по этой тематике, можете написать, мы вам 100% ответим. Саня, вырубай. Так я не был в разводе, ну что, давай заново. Я слышу, как фокусируется. Что фокусируется? Он обманывает, да? Нет.